Это макет умного дома, где применяются зеленые технологии, причем не только в самом здании, но и за его пределами, во дворе. Таким видят ближайшее будущее шымкентские студенты, и подобных проектов на выставке много. Молодые люди воплощают свои мечты в реальность в различных сферах. Вообще, WorldSkills Казахстан является международным чемпионатом. Мы уже третий год являемся членами. Допустим, в прошлом году Южно-Казахстанская область заняла 3 призовых места, 2 вторых, 1 первое место на республиканском чемпионате. В этом году мы планируем также участвовать на республике. Но основная цель – это международный чемпионат в Абу-Даби, который будет проводиться в этом году. Несмотря на голод многочисленных посетителей выставки, этих участников не услышать было просто невозможно. Цыплята в буквальном смысле – дети студентов агроколледжа. Их вырастили в специальном инкубаторе. За разведением птенца внутри яйца студенты могли следить ежедневно, благодаря новым технологиям. Ну а это чудо релаксации – японская сауна. Сделана она из березы, очень хорошо пахнет. Ну, я представляю, если сюда дадут парк, как здесь будет тепло, уютно, комфортно. Ну, а сейчас, в данное время, пара здесь нет, и я больше похожа на бабу-ягу. Метлы только не хватает. На самом деле, все необходимое для пуска пара в фитобочку есть. Просто условия выставки не позволяют показать принцип работы в полном объеме. Такая экологическая парилка позволяет полностью расслабиться и почувствовать легкость полета. К слову о полете. Хотите полетать? Пожалуйста. Студенты из Лингера такую возможность предоставили, спроектировав настоящий дельтаплан. Солнечная батарея нагревается до нужной температуры от солнца. Потом эта энергия преобразуется в электроэнергию. Потом... где-то 15 минут он заряжается, пока нагреется до нужной температуры, потом заряжает аккумулятор, наш аккумулятор. Аккумулятор потом передает электрическую энергию через проводку в двигатель. Двигатель крутит у нас кулер, а кулер приводит в действие дельтаплан. А вот такая техника пришла на помощь хозяйкам. Теперь нет необходимости взбивать масло вручную. Все сделает аппарат, который придумали также студенты из Ленгера. И понадобилось-то всего соединить генератор от стиральной машины со взбивалкой. Ну а этот велотренажер из Сузакского района позволяет совмещать приятное с полезным. И ноги тренируешь, и кукурузные початки очищаешь. Разогрев мышцы ног, можно и бицепсы подкачать. Делаем все то же, только руками. В общем, на выставке было представлено все от сельхозпродукции до зеленых технологий. В течение 3 дней жюри будет выбирать лучшие колледжи, которые представят нашу область уже на республиканском чемпионате. К слову, победители прошлого чемпионата, студенты колледжа номер 5, 6 и 16, получили путевки на бесплатное обучение в Турцию.